Google представил обновленный флагман Pixel 2. Линейка включает две модели, с 5-дюймовым и 6-дюймовым экранами. Компания Google презентовала новое поколение своих флагманских смартфонов, Pixel 2 и Pixel 2 XL. Новинки отличаются размером экрана, а также емкостью аккумулятора, передает Wired. Экран Pixel 2 и Pixel 2 XL. Старшая версия, Pixel 2 XL, имеет 6-дюймовый дисплей и очень тонкие рамки. В отличие от нее младшая, Pixel 2, получила 5-дюймовый экран и внешний вид предшественника с широкими рамками. Разрешение экрана Pixel 2 составляет 1920x1080 точек, а Pixel 2 XL, Quad HD, 2560x1440 точек. Защищает экраны новых смартфонов стекло Gorilla Glass 5. Корпус стеклянно-металлический. Корпус смартфонов сделан из алюминия и стекла, при этом металлическая часть расположена внизу и занимает больше пространства, нежели стеклянная. Одним из ключевых новшеств линейки Pixel 2 является оснащение гаджетов внешними стереодинамиками. Процессор гаджетов. По части процессора известно, что в основу смартфонов лег прошлогодний Qualcomm Snapdragon 835, который успел зарекомендовать себя своей высокой производительностью. Что касается объемов памяти, то они составляют от 4 до 6 ГБ оперативной и от 64 до 128 ГБ встроенной. Камера. Камера устройства получила разрешение 12,3 мегапикселя. При этом, в отличие от iPhone с двойными камерами, в Pixel решили выжать максимум из одинарной. Производитель позиционирует камеру смартфона как самую быструю в мире. Она также получила улучшенные функции портретной съемки благодаря усовершенствованной технологии. Эти улучшения актуальны как для старшей, так и для младшей модели. Аккумулятор и зарядка. Емкость аккумуляторов у младшей модели составляет 2700 мАч, а у старшей – 3250 мАч. Заряжаются смартфоны через порт USB Type-C, будет поддержка быстрой зарядки. Цена новых Pixel. Базовая версия Pixel 2 с 64 ГБ встроенной памяти, по предварительным данным, будет стоить на уровне 650, а модель на 128 ГБ сразу на 100 дороже – 750. Соответственно, Pixel 2 XL будут предлагать еще дороже, его версия на 64 ГБ, судя по слухам, оценена в 850, а на 128 ГБ в 950. Учитывая, что и первые Pixel стоили дорого, то все эти суммы выглядят реалистично. Ранее корреспондент Net сообщал, что корпорация Google купила часть компании HTC за 1,1 миллиардов. По материалам сайта news.com.